задумали. Мерзнете? Мерзнем. Все на дереве мерзли. Чешский круглый, да? Да. Ивец красавец. Вам жарко? Все ужас. Погоды стоят нынче курортные. Так жарко, я... Душа горит. Вот здесь можно снимать было этот Иван Васильевич отменять профессию. Где они бегали, помнишь? Да, да, да. Почти так же, да? А мы на этом видели. Да, тоже да, есть. Да. Так, несмотря на то, что сегодня будний день, народу что-то на самом деле довольно много. И парковка занята вообще. То есть все удивительно в этом плане. Пойдем, зайдем. Народ тусит. Ходят экскурсии. Я смотрю, не только с экскурсиями приезжают. Приезжают люди и просто так. Место расположения, конечно, шикарное. У монастыря, у этого города. Прямо на холме, на острове. Кругом вода. Такая Венеция. Ну, только без каналов. Но они тут не нужны. Потому что она просто везде вокруг. Ну, как тебе? Это мы в чайном павильоне. Я поняла, как он такой, как венчик.